Вот он, именинник, сидит, ждет, сейчас чаек попьем и поедем в бассейн, самый огромный, да, Владик? Сейчас свечки затушит и собираться будем, еще малые спят. Восьми даже нет, а уже сколько людей. Будем ждать. Там вход. Владика сегодня день рождения. Ему вход должен быть бесплатным. Хэппи. Пошли. Проходим. Зашли. Дали нам чипы. Да, шарик. Сейчас. Ой, как душно прям. Мы уже запарились стоять в одежде. 9:05 утра. Нашли. Только папа в другом месте, мы в другом. Да, сына? Переодеваемся. Вот наша раздевалка. Наконец-то переоделись. Сверху капает. Как будто дом такой. А там вход. Зелень какая. Данька, ты купаться пришел, да? Вон карта. Нету рыбок здесь? Вроде бы нету. Почта. Типа мы в Таиланде. А вот черепашки плавают. Смотрите, и рыбки. Вон. Черепашки и рыбки маленькие. А вон еще... А, это просто как лежат горшки. Какая черепашка. Черепашки, да? Вот они плавают здесь. Пойдемте дальше. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Птички чирикают. Пошли, спускайся. А ну-ка поднимаемся по ступенькам. Вот так. Оп.
здесь поглубже. Пойдем, где помельче. Ну, уже вот занято. Еще 9 утра нету. Смотрящий. Смотрит за всем, наблюдает. И вправду, как тропический остров. Тепло так. Хотя на улице дождь, ветер такой ледяной, как будто снег выпадет. Цветочки. Все зелень. Розовый фламинго. И черепашки плавают. Красоточки стоят. Идем дальше. Птички прям. Где-то в джунглях находишься. Так, получается здесь два бассейна. Как мостик, а там водичка. О, типа тигр. Настоящий леопард. Хижинка. Лавочка, можно посидеть. Курить запрещено. Так, мы в начале, а это наверху. Когда солнышко, вот можно позагорать. Пока свободно. Пока свободно. Так, вон бассейн. Сейчас пойду за своими, а то они в другом бассейне купаются. Этот больше, только что для малышей вон есть. Он как раз туда надо. Так. Пошла я за своими, пока места еще есть. Данька идет. Пальмочки. Вон горки, синяя, желтая и красная. Там загорать можно, наверху. Песочек какой белоснежный. Все, заняли 4 места себе. Пока свободно. Ландшафт. Че, сына, купаться пойдем? Пойдем туда, тут. А водичка прямо здесь теплая для маленьких деток. Мартин, он бегает. Да! Душ такой, видишь? Душ! Садись давай. Накупались, да? Вставай, вставай. Вот Мартин с папой. Вот мы. Да, Даня? Кто это, Даня? Поплыли. Опа!
альбом нужно поиграть. Да, сынка? А вот они мы. Че не улыбаешься? Опа! Поплыли дальше. Горка закрыта. Временно. Мостик такой. Народу сколько. Да, сына? Поплыли? Кто это? Данка! Балуется. И мы здесь, Даня, да? Плаваем. Такие. Да? Даня, плывем? Плывем, плывем. Держись. Держись, держись, держись. Не могут, чтоб не плюснуть. Не плывем, да? Плюхаются, скажи, брызгают здесь у нас. Опа! Зелень вокруг. Опа! И здесь тоже на улице. Поехали кататься. Вот работа у мужичка. Целый день таскать. Вон рыбки плавают. И золотая рыбка. И попугайчики такие здоровые. Мартин, не лезь в воду. Целуются. Смотрите, попугайчики целуются. Вон в клетке, смотри, в клетку смотри. Вон они. Вон. Мартин, не лезь. Рыба какая здесь. Видишь, какая? Ой, и мальки еще такой. Гуфи, кто это? Мелкие-мелкие. Да. Рыба. Рядышком сразу кафе. Ой! Видите, какие горластые попугаи. Даньке интересно, кто там.
полетели. Да-да, маленькие, я видела рыбки. Осторожно, Даня. Вон рыба какая. Угу. Они их, наверное, кушают, вот этих мелких. Одни попки торчат. Да, поговори с ними. Видишь, они к вам подплыли. Мама, теперь ты его. Детки пытаются поиграть можно. А вон на этих можно поплавать. Смотри, вон поплавать на лодке. На лодках, видишь? Рыбный поселочек. Кораблями можно управлять здесь. Батуты, машинками. На машинках кататься, помимо лодок. Даня у нас рулит под номером 3. Вот он. Даня, ты смотри, вон врезались. Даня. Вон, смотри, вон кораблик поплыл. Псих.
выходим на улицу 31 марта купаться. Видите, как парк. Холодно. Мой месяц. 1,30 м. Владик. Да, здесь вода тепленькая. А вот сам ангар. Можно и там спуститься, но я это, чтобы мне телефон не намочили. Ну вот, пожалуйста, плюскнула. Пар, вода теплая, а на улице холодно. Сегодня прям холодно что-то. Либо это мама, то, что здесь степь. А почему идет пар? Ну, вода теплая, на улице-то всего лишь, может, градуса 2 тепла. Кто такие? Даня! Даня! Кто там такие, а? Ку-ку! Здесь людей поменьше, но и темно как-то здесь. А вот там повыше, там светло. Да, Даня? Даня проснулся, теперь опять будет купаться. Джакузи. Водичка здесь тепленькая. Классно. Мостик. Там вообще водопад, классно. Русалка поплыла с мостиком. Пока бы. Вот. А, водопад какой. А там люди живут. Апартаменты. И там как скалы, там джакузи. Тоже такие пузырьки. Да, Даня? О, как классно! Это мы. Забрызгал Владик. Да, Дед Мартин? Забрызгал. Горка там. Ну-ка, кто там такое светит, мерцает? Мороженое, йогурт и цены. Рассчитываемся и выходим. Сейчас доплачиваем за наше мороженое и за попкорн. Темно уже все. Да, Данечка? Все уже. Люди выходят. Приехали. Парк-класс был полупустой. В кемпинге стоят машины. Так, все. Поехали домой. Дождь, холодно. Мы еще без шапок. Антон и я. Дети-то в шапках. Капюшон есть. Так, едем домой. Да. Вот кольцо же. Пальмочка. Светится.